Так, отлично, теперь надо выйти. О, зашибись. Даже не думаю, что я смогу забраться. Все, и бегом на... Куда нам? К заданию. Ходите за воздушным грузом в районе котловины. Бляха ты, муха. Вот это, что ли, куча мусора. Вот, смотрите. Газовая труба. Какой у нее урон? Не понял. А где мои пушки? А, вот. 24. А у этой... Просто тоже... Ну ладно, неважно, короче. Так, я ту взял-то. Это, по-моему, вообще одна и та же труба, нет? Вообще пофиг. Газовая труба, обычная труба. Пока что нет разницы. Ну, как я уже говорил, Биошок еще где-то что. как говорится, точнее, как я говорил, игру я полностью изучу только когда я пройду несколько раз. Ну, нет, несколько раз это уже слишком, это я буду знать прям все нюансы, а вот если, конечно, не разберусь. Ну, например, Far Cry я очень быстро разобрался, там, в принципе, несложно. И потому что уже знаком с третьей частью. Я просто отдохнул немножечко. Так, здесь у нас что-то интересное есть. $92. Еще тут есть у нас денежки. Круто. Знакомое всем. Ладно. А здесь у нас опять что-то есть. На алкоголь, наверное, или... Здорово, еда. О, можно подкрепиться. Очень здорово тоже. Очень хорошо. Ну, можно забегать в такие строения, осматривать их. Вау. Свидание, господа идиоты. Оу-е. Ну-ка, смотрим их. Ёб твой, чё... Воу-воу-воу-воу-воу. Какой-то псих. Красненький, видите, подсвечивается на карте. Мы от него убежали, да? Блин, он за нами бежит, ёб твою. Вот это да, напряжёнка в игре. Это как вот... А это что за мной тот чувак бежит? Это люди Райса? Блин, походу тут паркурщик, нет? Так, хорошо. Блин, он идет за мной. Да сколько его там? Это паркурщик, видимо. Блин, он вообще быстрый, капец. Умри, это вообще тетка. Да иди ты уже. Бляха ты, муха, пипец их тут. Надо найти баллон, чтобы взорвать этого малыша. Так, а нам наверх. Хорошо. Так уж и быть. Бля, да сколько он за мной будет бежать-то? Обычно очко навыков. А, подожди, отмычек. Нет. Я же не умею. Блин, как же мне достало. Капец. А может быть на него как раз таки действует этот ультрафиолет? Свидание опять. Полезли наверх. Вот боеприпасы как это. На парашюте сбросили. Эта тварь лезет, а? Что такое-то? Давай сбрасывай прямо здесь хоть. О, наконец, мы хоть недалеко.
хоть так, хоть тут. О, как-то я спрыгнул. Бляха ты, муха, я застрял. Чуваки. Чуваки. Тут, кстати, безопасная зона есть. Можно ее активировать. Кстати, тот чувак резвый от нас вроде более-менее отстал. Блин, вон он. Меня засек. Ага. Типа сюда не подойдут или что? Подошел. Воу-воу! Полегче! Вау! Ты что такой резвый-то? Капец! Обалдеть! Слушайте, с ума сойти! Блин, так как включать безопасную зону-то эту? Сейчас мы глянем тут все. Может, на столбы как-то залазить? Что-то я забыл уже. Печенье. Отлично. Посмотрим, что мы тут, может, что-нибудь сделать сможем. Отмычки, все как всегда. Сюрикены, кстати, можно было использовать. Ракеты. Коктейли Молотова. А где это у нас все находится-то? Наверное, вот здесь. Ой, нет, подожди. Сука, где коктейль Молотова? А? Где же они у нас находятся-то? Ну, непонятно. Ну, а давайте вот эту же доломаем тогда. Так, все, хорошо. Секундочку. Да, нам как-то надо забраться. Это легко все делается. Таким вот образом. Подождите, а я раз здесь не был? Не был, точнее. Похожие все местности. Ёп. Что это такое? Статуэтка. Да ёп, сколько же вас тут? Типа их замочить сначала всех нужно, да? Или нет? Пошли в жопу все. Да сколько же вас тут, а? Подожди, а как что да? Ага, вот оно что. Хорошо, давайте спрыгивать. Ой, наверное, можно, да? О, да. И чё, возьмите... Типа еще не активировал. То есть... То есть это еще не безопасная зона, да? Ага. Ага. Стоп, а, стоп, подождите, а как же безопасные зоны-то? Или что с ними делать-то? Так, ага, зачистить, да? Ну нафиг, не хочу зачищать. Все ясно. Опять мы медлим немного. Очень я медлю. Блин, темнеет, надо идти быстрее. Хотя, я думаю, тут как бы время идет по игре. Ну, то есть, как бы выполняешь кампанию потихоньку, и время ближе к вечеру или, наоборот, к утру. Это мне так кажется. Да, там что-то было с... Это получше, я думаю, будет. Больше ничего. Да чем та сломанная хрень, труба, в смысле. Штука неплохая, мне кажется. А, стоп, подожди! Нам же нужно быстрее, по-моему, нет? Пока там кто-то, люди, Райс, блин, для кого-то не забыл, не доберутся, но... Но все-таки они, по-моему, вообще не спешат. Если я еще приду и опоздал, это будет фигово. Световые ловушки. Блин. Okay.
Или нечто. Послушал, что она там сказала. Спешите ко второму. Блин, а я реально что ли не успел? Поспешите ко второму грузу. Обалдеть, как далеко. Не в открытой местности. А чтобы открыть местность, что нужно делать? Вот эти активировать? Безопасные зоны, что ли, или что? Не знаю, вполне вероятно. Подустали, надо отдохнуть. Здесь у нас тоже эти световые ловушки разные. Безопасные зоны есть. I'm almost there. I can do this. Ну, я чё, реально... Я чё, реально, что ли, тогда не успел? Или это заскриптовано было? Чё-то я не понял. Надеюсь, это всё заскриптовано, естественно, было. Блин, посмотрите, как далеко-то реально, если подумать так. А, подожди, какой далеко? Вот, пожалуйста, мы осмотрели эту зону. Всё открылось нам. Достаточно здорово. Ну, точнее, подсветилось как бы. Так, а куда нам сейчас? Ну, короче, где-то там внизу, наверное. Сука, ёб твою, сломал. Блин, давай, смотри, где же. Так, ну я все, я здесь. Ну, блин, его найти еще надо, ну ё-моё. Ну, блин, ну где ж ты? Грузик-то мой, скажи мне, пожалуйста. Есть идея. Надо наверха залезть. Так. Давай залезай. Прям вообще на самый верх. И отсюда посмотрим. По сути дела должен быть парашют. Где-то нет. Вон он. Так, тем более можно сделать так. Есть. Ну, а где груз-то? Давай же, вот он, нет. Блин, вот парашют. Вон груз. Опоздал, что ли? Очистить нужно зону, блин. Стоп, стоп, стоп. Воу, 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 Подождите, я хотел... Там, по-моему, баллоны были. Да-да-да. Один баллон был. Только опять надо, наверное, поспешить. Сейчас, быстренько. Вот он. Так, здорово. Давайте, можно, кстати, сюрикены против них использовать. Давай, подходи. Не-не-не, стой там. Самому бы не взорваться. Блин, я, по-моему, привлек внимание излишне, нет? Все. Да быстрее, пока никто больше не пожил. Сука, да вы еще живые, обалдеть. Слабая эта хрень у меня. Еще ногами их мочить. Подождите, мне непонятно, что у нас есть в инвентаре. Сука, извините. Так, где у нас стоимость? Бечевка, сигареты, гвозди. Угу. Так. Кофе. Подождите, так где у нас сюрикен-то? Не пойму. Вот, наверное, надо создать их. Угу. Здорово. И где они теперь у нас? Вот они, 5 штук, походу. Так, надо еще... Достаточно неплохо, я вам скажу. Мощная штука. Начинаю потихоньку вникать в игру, друзья. И американцы эти зомби, конечно, вообще любят. Чересчур, по-моему, уже. Это похоже очень игра на Dead Island.
может быть, ну да, сюрикен нормальная такая штучка. Но это пока что, наверное. Потом-то будут сложнее мутанты. Оу, yeah. Блин, сейчас эти пожалуют наверняка. Crane here. I'm about to recover an antizen drop. Good, Crane. This offers us a new strategy. Time to turn your attention to Rise. Listen closely. It's very possible that Rise is our man. So if you find an airdrop containing antizen, destroy it. What? Why? It will force interaction with Rise. You can go under Brecken's auspices as an ambassador. But there are civilians depending on this stuff. Блин, даже не стал прочитать. Уничтожить? Нам надо эти. Да бери больше ты себе. Куда так мало ты взял? Чё-то не понял, зачем уничтожать-то? Типа, если они найдут. А вот там ящик другой немного. Ну вот зря. Jade, I'm at the airdrop. There's no antizen here. Fuck! Alright. Get back here and be careful. Shit! Опять звук гасит. Чё, не понял? Чё? Я, блях, мух вообще не туда бегу куда-то. Туда, что ли? Так. Ёб твою дивизию. Да бегом, бегом, человек, чё ты делаешь? Бегом. Я же это самое, слушайте. Подождите, а я же не успею. Слышь, у меня же энергия-то заканчивается, чё, не понял. Подожди, а в чем прикол-то? Я же не успею бежать-то. Ага. Так. Так. Интересно. Угу, игровое меню. Блин, куда меню, подсказки какие-то? Кусаки могут. Блин, тут дофига, кстати, подсказок. Парировать они могут. И во многом еще реагируют как люди, пусть это так. Ну ладно, давайте. Сейчас побежим, что делать-то. Эй! Откуда мы начали-то? Все правильно вроде. Так, ну чё, давайте сюрикены, наверное, так и будем использовать, нет? Или фонарь лучше ультрафиолетовый, я не знаю. Надо, конечно, отвлечь их как-то. Ну, по верхам пойдем. Да ну нафиг этих, да? Так, здесь можно поспать, нет, нельзя, ну ладно. Так, я не понял, а как отсюда выйти-то? Вот, наверное, можно здесь. Я не хочу так выходить. Так, здесь у нас опять еда. Перекусить. О, вот это здорово. Ёб твою, там, походу, эти чуваки, смотрите-ка. Обалдеть. А чё ни хрена не видно-то? Обалдеть, ничего не видно. Типа фонарем тоже нельзя пользоваться. Слушайте, это у меня, что ли, так, или... Слушай, мне кажется, это у меня что-то. Может, окклюзию окружения убрать? Что-то реально темновато как-то.
Где эти мутанты? Вон они жрут там. Так, хорошо. Сейчас быстро побежим. Ёб твою дивизию. Обалдеть. Все, я спалился. Может, реально фонарь вырубить? Сука, они тут рядом, да? Охренеть. Зря я к свету подошел, да? Пипец, они меня догоняют. Они меня сейчас убьют. Дайте в темное место спрятаться. Сука, я ничего не вижу. Я просто не хочу фонарь включать, потому что они меня потеряют из виду. Я, кстати говоря, не в ту сторону бегу. Не, ну примерно. Как выйти-то? Ребятушки, дайте мне пройти. Бегом, бегом. Знаете, вообще у человека, когда адреналин в крови, ему, в принципе, насрать на то, что он устает. Я спалился только что. Я вообще туда бегу опять. Я опять не туда бегу. Да вы шутите, ребят. Стоп, здесь же безопасная зона, да? Походу, я пробежал мимо нее. Как они меня видят так? В темноте ничего же не видно. Не оглядываться назад я почему-то не хочу. Фу, вот эта напряженка была реальная. А эти-то как меня видят? Темнотища-то вон какая. Фу, какой адрес, слушайте, как реально стрёмно-то. Интересно, у меня реально так темно? Или это у меня что-то там с настройками, с какими-то? Так, здесь надо быть осторожнее. Я понятия не имею. Блин, ребята, вы что-нибудь видели вообще в этой темноте? Я бежал просто, я не понимаю. Надо было по карте хотя бы ориентироваться, точно. Так даже проще. Блях, они идут. Они идут, ёпта. Они идут. Смотри сюда, в безопасную зону. Ой, фу. Фу, яйца сжались. Капец. Так. Так, не понял. А нам наверх, что ли? Бляха ты, муха. Куда идти-то? А, вот. Фу, я уж что-то это самое обсерился. Итак, очко ловкости и силы удваиваются ночью. Скрывшись от погони ночью, получает дополнительные очки ловкости. И чем дальше вы играете, чем дольше вы играете в небезопасной зоне, тем больше очков выживаемости получаете. Оу, yeah, baby. Так. Это мы знаем. А, ну да, реально здесь пригодится фонарик. Блин, ну ни хрена же не видно, реально. Так, вот он, сюда нам. Фу, чуваки, там такое ща было, капец. Мне кажется, однажды я поднимусь, а тут мутанты стоят. Так, нам сюда. Блин, реально как-то стрёмно. Ну, вообще интересная игра такая, мне что-то нравится. I made it in one piece. Now I know how Brecken must have felt running at night. It is no picnic. Gotta report to him and tell him I don't have any antizin. Да, придется гнать им то, что типа анестезина-то у нас нет. Ой, анестезина. Антизин или я не помню, как называется. Надо, я не понял особо, почему мы сказали так. Что-то там была напряженка какая-то. Так, хорошо, подожди, у нас здесь... Поменяться можно, да? Французский ключ. Ух ты, нихрена он дорогой. 49 урона, нормально так.
Alfie's looking for you. He's in his workshop downstairs. Хорошо, но нам надо вот к этому чуваку, Брекину, и давайте идем к нему. Сказать, что там сейчас произошло. I mean, we need Anderson. I know, but buying from Rise? You can't be serious. For God's sakes, I'll go. I'm not scared. Absolutely not. We've discussed that already. No, we didn't discuss it. You just decided that I'll go. Are you serious? Well, this Rice guy has never seen my face before. Clean slate, right? Could you guys give Crane and me the room, please? You sure you're up for this? It has to be done, doesn't it? Well, I'm not gonna argue. Race's place is over here. Just find out what this will cost us and come back in one piece. Ну, по-любому вернемся, чё-то не ссы, браток. Так, плюс 5000 нам дают.